Застройщик Дюпон Инвест дал 9-этажные дома в Солнцеграде несколько лет назад и предложил жить сам свою управляющую компанию. Ей оказалась компания «Уют Плюс». Качество работы коммунальщиков жильцов не устроило, и спустя некоторое время они задумались над сменой управляшки. Но, как оказалось, это не входило в планы Дюпона и «Уют Плюс». Вообще представители «Уюта Плюс» и «Дюпон Инвест», ну, видимо, негласно, оказывают на нас давление, говорят, что заочное голосование было недействительным. Вчера провели собрание и сказали, что будут оспаривать наше решение и что вообще мы тут кучка диверсантов. Жители одного из домов все-таки завершили начатое и ушли под крыло другой компании. Тогда Дюпон Инвест отказался охранять жилой комплекс, будто охраны заколотили, мотор автоматических ворот демонтировали. Застройщик настаивает на том, что это их компания управляющая, от них, мы должны быть с ними, ну и угрожает тем, что они больше здесь ничего делать не будут. За 2 с лишним года собственники оставшихся домов не раз пытались повторить подвиг своих соседей. Они проводили собрания и голосовали за смену управляющей компании, но Дюпон Инвест блокировал их попытки. На тот момент застройщику принадлежало все еще большинство квартир в комплексе. И этими квартирами он голосовал за «Уют Плюс». У меня тоже здесь есть протокол этого собрания, когда часть квартир еще принадлежала Дюпону. Нам просто сорвали собрание в тот раз. Это уже третья попытка уйти в другую компанию. Теперь все квартиры выкуплены, и 3 июля жильцы двух домов подали документы в государственную жилищную инспекцию для включения их в реестр новой управляющей компании. Да и директор «Уют Плюс», кажется, смирился с будущей утратой. Ситуация вполне нормальная, я считаю, она в правом поле. Жители, собственники квартиры имеют право уходить в другую управляющую компанию. Это их право, если они решат на общем собрании. Мы вчера провели собрание. Часть жильцов, чтобы уйти с нашей организации, другую организацию, часть против. Так что пусть они определятся. Теперь вопрос смены управляющей компании зависит от соблюдения всех юридических формальностей. Единственное, что может управляющая компания сделать, это, ну не знаю, стоять рядом, грызть ногти. Если вы правильно все сделали, а если вы неправильно делаете процедуру, ну это уже, собственно говоря, ваши проблемы. То есть, когда процедура сделана правильно, никто и ничто не может ему воспрепятствовать. С представителями Дюпон Инвест диалога у нас не вышло. При появлении камер предпочли убежать. Алло. Мы и дальше продолжим отстаивать интересы жителей Солнцеграда, чтобы предотвратить диверсии со стороны застройщиков. Антон Симонов, Лупсан Субботин, телекомпания АТВ.